Нидерланды. Президент Федерации профессионального танцевального спорта Гонконга Уолтер Ватт, Гонконг. Вице-президент Русского танцевального союза Алексей Беляев, Санкт-Петербург. И член президиума Русского танцевального союза Виктор Попов, Россия, Москва. Пар будут в полуфинале. Первый тур, четвертьфинал Кубка мира. Три захода. И за неимением времени мы, к сожалению, сможем показать вам все заходы в каждом танце, но постараемся, насколько это возможно, познакомить вас со всеми участниками Кубка мира, который, впрочем, еще раз хочу напомнить, привлек огромное внимание всех поклонников профессионального спортивного бального танца и просто людей, которые очень любят это замечательное соединение искусства и спорта. Нам очень приятно, что в организации этого события принимали участие также такие компании, как ICS Travel Group, которая организовывала путешествие некоторых из участников. Великолепная печатная продукция, великолепные буклеты, которые подготовили для участников этого турнира компания Borges и полиграфический комбинат Locus Standi. Ну а вечер, который провели участники этого турнира в первый же день после окончания турнира в национальном VIP-клубе, запомнится. Вы можете аплодировать прямо сейчас, если вам нравится эта музыка и эти пары. И вы знаете, интересно, что за эти два дня некоторые участники даже успели посетить известный фитнес-центр Петровка Спортс. Я думаю, что это действительно необходимо всем танцорам, чтобы у них были именно вот такие физические кондиции, как у Брэндона Коу и Камилы Далерук из Новой Зеландии. Ханна Картунен и Пол Киллик, финалисты чемпионатов мира и Европы и, возможно, одни из претендентов на титул чемпионов мира в ноябре на чемпионате мира Великобритании. Итак, ваш аплодисмент, это был первый заход, танец ча-ча-ча. И я приглашаю на паркет пары второго захода. Тот же танец ча-ча-ча, правда, другая мелодия. Если вам нравится эта музыка, а мне кажется, что она великолепна, не жалейте ваших аплодисментов, приветствуйте танцоров и великолепный оркестр. Ча-ча-ча. Вы знаете, действительно, это был великолепный оркестр, нам особенно приятно, нам, организаторам, что впервые в истории Кубков мира был живой звук, и замечательные музыканты из латинской группы «Семь ветров» и ее великолепный солист Георгий Мушеев. Мария Ермачкова и Олег Негру – одни из дебютантов этого турнира. Это их первый профессиональный дуэт, и они великолепно к нему подготовились. А рядом с ними Михаил и Елена Соловьевы – пара номер 14, финалисты чемпионатов России. Славик Крикливый и Карина Смирнов. Несомненно, одна из наиболее интересных танцевальных пар сегодняшнего дня и особенно будущего. Это лучший американский танцевальный дуэт. Оба они когда-то жили на Украине, а сейчас живут в Соединенных Штатах Америки и представляют эту страну. Славик Крикливый вместе с Йоханной Люнис был чемпионом мира среди любителей еще в прошлом году, а в этом году он начал свою профессиональную карьеру, очень и очень успешно став финалистом Блэкпула вместе с Кариной. Я думаю, что великолепная атмосфера латиноамериканской музыки не оставляла равнодушным не только зрителей, но, конечно, и самих организаторов, которые с удовольствием помогали музыкантам в создании вот этой атмосферы. Вновь Олег Негру и Мария Ермачкова, пара номер 17.
sola aquí. Es un lastimero Juan está lejos de mí. La noche lo lleva a gran alba. Mis labios desechan el fin. Canción. Михаил и Елена Соловьева танцуют по 12 номерам, не по 14, как сначала я вам сказал. А под 14 номером выступают Сергей Кравчук и Мария Румянова, лучшая танцевальная пара Украины. Они очень успешно танцевали в этом сезоне, став победителями Rising Star на открытом чемпионате Италии и вторыми на турнире Rising Star на открытом чемпионате Германии. Славик и Карина. Славик Крикливый и Карина Смирнов. Раньше Карина танцевала с Полом Кириком, ну а теперь вот это успешное содружество со Славиком. И третий заход, потрясающая мелодия «Ла Бомба». Действительно великолепная мелодия, которая понравилась участникам этого турнира. Еще один профессиональный дебют этого Кубка мира. Денис Царев и Слава Даниленко, пара номер 21. И Елена Хворова и Сергей Рюпин, фавориты этого турнира, лучший российский танцевальный дуэт, двукратные финалисты чемпионатов Европы, финалисты чемпионата мира прошлого года и чемпионы России этого года, пара номер 22. И, конечно же, Юка Хаапалайнен и Сирпа Суутари, многократные серебряные призеры чемпионатов мира и чемпионы Европы, пара номер 27. В ярких костюмах оранжевого цвета, пара номер 23, Дмитрий Чернышов и Елена Пашкова, воспитанники Виктора Никольского и Ларисы Давыдова из русского клуба. Очень интересный танцевальный дуэт. Великолепно выглядит Юка Хаапалайнен и Сирпа Суутари. После поражения на чемпионате мира 2 года тому назад в Японии и затем в прошлом году от Брайана Уотсона и Кармен, мне кажется, они переживают второе рождение. В этом году они вновь выиграли Блэкпулский фестиваль. И мне кажется, что предстоящая борьба на чемпионате мира в ноябре будет очень интересной. Медленная кубинская румба, чувственный страстный танец Елена Хворова. Они с Сергеем всегда очень красиво танцуют румбу. Юка Хаапалайнен и Сирпа Суутари. Es demasiado dolor, no cuesta nada para quedarte. Miénteme que me quieres y su reproche. Olvida que no sirvo por esta noche. Te pido solo un favor, una limosna de amor, y en tu futuro que yo te pague. Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí, para borrarte de una vez de tu vida. Роман Чечель и Олеся Калюжина из Комсомольска-на-Амуре. И Юлия Перфилева и Александр Поляков. Это их дебют
Я думаю, что они достигли в своем развитии именно того момента, когда они многое могут сказать в своем танце, и в этот момент очень важно не стать профессионалом. Денис Царев и Слава Даниленко. Великолепная прическа у Славы – это работа Дмитрия Винокурова, выдающегося российского стилиста. И Юбка и Сир поприветствуют своих поклонников. Посадобль пары первого захода. Ну что ж, мы с вами посмотрели одну, правда, очень красивую и лиричную румбу. Великолепна была мелодия «Маньяна Си» в исполнении Георгия Мушеева. И теперь три пасодобля, которые подарят нам участники Кубка мира. Брэндон Пол и Камила Далеру. Брэндон из Новой Зеландии, Камила из Дании. Вместе они представляют именно Новую Зеландию, хотя постоянно живут в Лондоне. Знаете, зрители с удовольствием принимали участие в этой самбе и подпевали этот темпераментный припев. Завершилась темпераментная самба и медленная кубинская румба Ирина Дубовик и Максим Подопригора. Очень много было людей в зале, очень много людей, к сожалению, не смогли попасть в зал приемов Государственного Кремлевского дворца. И внимание к этому событию было очень большим, и мы благодарны всем, кто помогал организовывать это событие. Это и Лав Радио, и радиоканал «Эхо Москвы», «Маяк», газеты «Известия», «Версия», журналы «Харпер Базар», «Лиза», «Ница», «Досуг», «Отдохни». Итак, медленная кубинская румба пары первого захода. Pero me sirvo por esta noche. Te pido solo un favor, una limosna de amor, y en tu futuro que Dios te pague. Mañana sí. Sin pensar en mí, para enamorarte de una vez en tu vida, sin un adiós, sin despedida. Mañana sí, cuando desperte ya no estés aquí, voy a saber que le perdí para siempre. Вновь прозвучала великолепная мелодия румбы «Маньяна Си» в исполнении Георгия Мушеева. Еще одна румба. Маньяна де Карнавал. Yeah.
corazón. Después, yo no sé si arriesgué, si eso volverá a despertar. Много очень интересных, красивых элементов появилось в хореографии у Сергея Рюкина и Ивана красивая румба. Елена Хворова, чемпионка России. И красивая женщина. Ханна Картунен и Пол Килик начинают пасодобль пары первого захода. В течение многих лет уже Пол Килик начинает именно этим движением свой пасодобль. Он танцевал с разными партнершами из Вибики Тофт, и с Оксаной Никифоровой, и с Кариной Смирновой. И всегда в начале пасодобля были эти знаменитые шаги. Кстати, именно этот танец, я уже упоминал об этом, Пол Килик и Ханна Картунен выиграли у двукратных чемпионов мира Брайана Уотсона и Кармен на открытом чемпионате Германии. Зрители, наблюдая за танцем Юкки Хаапалайнена, с трудом верят в том, что он представитель Финляндии, в какой-то степени северной и несколько более холодной, конечно, нежели Испания страны. Насколько темпераментен его танец. Сергей Рюпин и Елена Хворова и их версия пасодобля. Это был пасодобль. Мы переходим с вами к последнему танцу полуфинала. Я напоминаю, что только 6 пар получат право выступать в финале. И это у вас последняя возможность поддержать вашими аплодисментами участников этого полуфинала. Итак, первый заход, танец «Джайв». Мне кажется, что зрители откликнулись на этот призыв. Впрочем, в течение всего турнира они очень хорошо поддерживали выступающие пары, не жалели аплодисментов.
Ну а последний танец, конечно, для кого-то, возможно, станет последним в полуфинале, так как только 6 пар продолжают турнир. Максим Подобригора, Ирина Дубовик, а это уже Илья Данилов и Татьяна Рыбалка. Интересно, что Илья Данилов и Татьяна Рыбалка не только великолепные танцоры, но у них и очень хороший клуб «Триада». Ваши аплодисменты, все вместе! Кстати, очень интересно, что очень многие профессиональные пары, они не только танцуют и выступают на турнирах, но у них есть клубы или они организовывают турниры. Михаил Соловьев и Елена Соловьева тоже руководители танцевально-спортивного клуба, но Пол Килик и Ханна Картунен, они организаторы очень большого и интересного турнира во Флориде. Ну что ж, ваши аплодисменты участникам этого захода. Они завершили свой полуфинал, и ваши аплодисменты помогут им и в будущих выступлениях тем, кто не попадет в финал, а кто будут в этом финале вновь встретиться с вами. И второй заход танца «Джайв», и опять потрясающая мелодия Рэй Чарльза «Hit the Road Jack». Номерах у участников есть надпись, может быть, вы не смогли это разглядеть, это надпись «Vela Viva Color». Вы знаете, вот очень многие участники этого турнира пользуются этим средством, чтобы их волосы были очень красивые, это краска. В этом году на нашем турнире у нас есть очень важные для нас и очень специальные, как говорят в Америке, special guests. Нам очень приятно, что в нашей программе принимает участие замечательный музыкант и замечательная молодая певица. Музыканта я чуть раньше представлю, певицу чуть позже. Они приехали к нам, прилетели к нам из страны, где произошла та трагедия, о которой мы все с вами хорошо знаем, которую мы видели. Они не знали, нужно ли лететь. Они были напуганы, как и многие, многие жители этой страны. Но я сказал им, вы летите к друзьям. Вы увидите лица друзей, вы увидите глаза друзей. Мы хотим, чтобы вы были в это время здесь с нами. И мы рады, что сегодня с нами у нас в гостях замечательный пианист, виртуоз. Он с северо-запада Соединенных Штатов Америки, из удивительно красивого города Сиэтл. И он начнет свое выступление с небольшого музыкального привета, который он подготовил участникам нашего турнира «Кубка мира». Итак, на этой сцене впервые в России из Сиэтла, из Соединенных Штатов Америки, Дейнер Фрэнкс.
Я думаю, что необходимо сказать, что Дейндер Фрэнкс, конечно, его специальность — это не игра на органе, кейборде. Он намного вольготнее и уютнее себя чувствует за Стейнвеем или Петровым, за фортепиано. Но вот он решил такое музыкальное приветствие в ритмах латиноамериканских танцев подготовить для участников турнира. Дейндер Фрэнкс очень обаятельный молодой музыкант. И вы знаете, что знакомство его вот с этим инструментом происходило буквально за час до начала этого события. Но тем не менее организаторы решили включить фрагмент этого выступления в нашу программу, потому что это приветствие, которое было преподнесено от души исполнителям латиноамериканских танцев. Дейнер очень популярен на северо-западе Соединенных Штатов Америки. Он великолепный импровизатор, он великолепно исполняет различные стили. И участники Кубка мира, когда вечером они были на приеме в VIP-клубе «Националь», они по достоинству оценили мастерство Дейнера Фрэнкса. Долго не хотели расходиться участники турнира и гости, наблюдая за его виртуозным искусством. Дейнер исполняет фрагмент «Пасодобли». Я не могу не сказать о великолепных декорациях этого вечера и великолепном свете. Художник по свету Сергей Бандурин, художник Сергей Иванов и постановщик Андрей Петилов сделали все возможное, чтобы атмосфера этого вечера была завораживающей. Ваши аплодисменты. То, что он сейчас для вас играл, вы знаете, это импровизация. Он сегодня пришел, впервые увидел кейборд. И мы подумали, почему бы тебе не появиться в этом ослепительно-белом фраке, с ослепительно-белозубой улыбкой, не подойти непринужденно вот к этому инструменту и не сыграть вот такое посвящение. А после этого уже пересесть к привычному инструменту и сыграть нам то, что в душе негритянского джазового пианиста. Давайте послушаем композицию «Пупури» на темы произведения Гершвина. Thank you.
Thank you.